Трудности перевода. В Малиновском суде в очередной раз переносят заседание по делу об убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу. Сергея Лащенко застрелили в еврейской больнице в апреле 2015 года. Главный подозреваемый в убийстве – азербайджанец Хасан Бабак. Иностранец находится под стражей в одесском СИЗО. Бабак заявляет, он не понимает ни русского, ни украинского языка и требует переводчика на азербайджанский. Однако найти необходимого специалиста в Одессе загадочным образом не удается. Мы точно знаем, что те бюро переводов, которые должны были предоставить переводчика, переводчики отказываются выходить, не объясняя причины. Понятное дело, что на них было оказано влияние, возможно, это были просьбы, возможно, какие-то уговоры, либо, возможно, и угрозы. Мы этого не знаем, потому что официально об этом переводчики не заявляют, они просто отказываются приходить в процесс. За моим клопотанням, суд задовольнив, буде направлено листа до управління юстиції з проханням, щоб нам посприяли у наданні перекладача. Також потерпілі заявили клопотання, яке також задоволено судом, про направлення листа до консульства Азербайджанської республіки. Також прокуратурою направлялися ці листи до посольства, до МЗС. На даний час нас немає відповіді.